В Грузии сбор урожая винограда Артвелли. В активной фазе крестьяне собирают ягоды без особого энтузиазма. Урожай скудный, часть садов уничтожила стихия. У многих ягоды испортились из-за неправильного использования яда химикатов. Эти факторы повлияли и на рыночную стоимость продукта. Заводы принимают виноград за 26 центов за килограмм. Крестьяне негодуют и просят у властей поднять цены. Однако в этом году их лишили и субсидирования со стороны государства. О переживаниях фермеров Татья Джанибегашвили. С начала сбора урожая винограда в Грузии сотни винных компаний уже переработали свыше 140 тысяч тонн винограда. Доход фермеров превысил 75 миллионов долларов. Согласно этим показателям, Артвелли проходит успешно. Но грузинские крестьяне недовольны выручкой. Ведь стоимость винограда в этом году составляет всего лишь 26 американских центов за килограмм. А мы сутили. В основном в Кахете традиционный сорт винограда белый ракоцители. Сегодня собираю его, но платят всего лишь 26 центов. Не знаю, почему так снизили цену. Должно быть хотя бы 38 центов, чтобы как-то окупились затраты. В течение года на уход за виноградом, ядохимикаты и обслуживание трактора ушло почти 850 долларов. Для меня это целое состояние. Эту сумму я взял в кредит в банке. Чем не выплачивать долг, если нет выручки? Больше всех переживают те фермеры, у которых урожай невесомый. Большинство ягод сгнили. На это повлияли погодные условия, дожди с градом. Поэтому и выручка за такой урожай небольшая. Усугубляет положение фермеров и то, что в этом году впервые за 10 лет отменили субсидии на большую часть сортов винограда. Субсидии были краткосрочной помощью со стороны государства, и они не могут продолжаться вечно. Сегодня рынок сам обозначил цену винограда. Субсидии действуют с 2013 года. Виноградство долгое время было убыточным делом, однако сегодня увеличился экспорт вина. В пятерке лидеров-импортеров нашего вина – Россия, Украина, Китай, Казахстан и Польша. За текущий год уже экспортировано почти 50 миллионов бутылок на общую сумму больше 100 миллионов долларов. С 2013 года государство ежегодно выделяло сумму для покупки урожая у фермеров. Другую часть выплачивали сами винные компании. Это помогало крестьянам полностью продавать свою продукцию и получать за нее выгодную выручку без задержек. Это решение власти Грузии приняли с целью поощрения виноградарства в стране, чтобы у фермеров был стимул развития этой отрасли. В общей сложности за прошедшие 10 лет государство выделило на субсидирование винограда свыше 70 миллионов долларов. Но завершится Артвелли в середине октября. По предварительным данным, урожай винограда в этом году превысит 200 тысяч тонн. Это на 30% больше прошлогодних показателей. Татья Джанибегашвили, Шалва Сурамилашвили, Хабар 24, Грузия, регион Кахети.